едет, когда лажка облегченная. Помешали немного. Не, проехала. Вот бешеная табуретка. На вояках маленькие колеса, ничего не ломается. Две пары сантраков. Так, желтая Нива, видите, строят они мост. И ходом по нему просто едут. Кто еще раз говорит, главное, не машина. Ну, там облегченная она, да, ковров нету. Но на вид очень просто выглядит. Так, еще одна Нива едет сзади. Красиво, но это посерьезнее выглядит. У вас. Погнали, ребята. К тому УАЗу, у которого вырвали бампер с радиатором, и шакал от него, кажется, ко мне прилетел. Он там полностью весь низ оторван. Это только... Ну, рейд называется, но, скажем, лайт по-простому. Или мега-лайт, наверное, правильно назвать будет. У зрителей тоже есть опыт. Помогают, подсказывают. Интересный формат, без лебедок, без помощи. Видите, ребята выбирают траекторию, там не так глубоко рядом, где желтая проехала. Ну, вас дубасит, круг сделал. Тут липкая грязь. Вот, вот, стой, вытягу впереди. Видели, вода брызгнула как. Саня, под передние колеса надо. Или там лежит. Саня, еще один вытяг. И у вас сидит. Ну, борьба. Кто первый зайдет? Ну, красиво. Проходная траектория. Проходная траектория. Ребята молодцы. Опа, не хватило клиренса, все
закрыл проходную траекторию. Устали. Так, приехала каталажка облегченная. Вот этот убери трак. Ты же видишь, другой, уже... Другой вытягивай. Другой, там мост уже, блин. Так нет, все, кто отвечает. Это было с первого раза сделать. Все, строит Саня дорогу, сейчас поедут. У вас достали. Краю поднимай, краю поднимай. Они, они край. Край, недалеко по краю этого трапа. Сантраки вынимают. Да не, ну просто... Коста, возьми себя в установку делай. Коста, тяни вверх, вверх. Вверх тяни, легко. Вон вот упирается, он не поедет. Его пока не вытащишь. Вдвоем, Вова, помоги ему, Вова. Его пока не вытащишь. Да, классное место, вообще шикарное просто. Не знаю, ребят, были они в Прилуках. Давай! Нет, только вверх! Нет, он не вылетит, только вверх! Хороший бампер, крепко, крепко держится. Вверх, 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 во! Все, а, стоим, там два они связаны. И не сцепляй, так, можешь, едет каталажка облегченная. Помешали немного. Не, проехала. Вот бешеная табуретка. На вояках маленькие колеса, ничего не ломается. Злые шины за счет маленьких колес. Строят дорогу. Глянь, 69-й пошел. Безумная табуретка. Не можем уйти с этого места. Какой-то бесконечный экшен тут. Да ты цепляй быстрее, ты что ты спрашиваешь? Ну, пожалуйста, один рывок убить. Блин, на коленях просит, елки. На коленях, видели, просил? Один рывок, говорит. Такое только тут можно увидеть. Сколько время теряет? Сейчас полчаса к своей будет приходить. Плохо просил. Отходи, отходи, отходи. Отойди, отойди. Выехал нормально. Ух, как зашел. Мы так подсказываем. Сначала топор, а потом говори. О, бампер. Небольшие проблемы. Саня,
Дай бог, конечно. Ему сейчас сказать, что ему же подсказать, что руль влево. И на следующий. И это руль влево сейчас. Сейчас Саня построит дорогу и все будет нормально. Помогай ему ложить. А сейчас ходом выскочит. Красивые, легкие, здоровские, но очень скользкие. Саня, положи красный, красный подровняй. Влево руль. Да нет, он даже так не захотел отвечать. Влево ему скажи. О. Да ходом сейчас может проскочить. Отходим. Он не попадет. Он не попадет. Он со второго сейчас соскочит. Влево руль пускай вывернет, едет сюда на бугор. Саня, руль пусть подровняет. Саня, руль скажи, чтобы выровнял. Пускай едет вот на вешку. На вешку вас едет. Красавчик. Все нормально. Так, желтая Нива. Желтая крутая. Что у него там внутри в этой желтой, елки-палки? Как он едет вообще? Пацаны просто на улице. Да нет, что-то там внутри, блокировки, наверное, есть. Понижайки. На вид базовая, да. Упрется, блин, в рычаг сейчас. Да, ничего и вывернул. Что-то как-то он странно едет, блин. Так она не может так ехать. Вот это. Сантраки. Где чей? Попробуй разбери. Похоже. Вышлите новой почтой с прилуком. Аккумулятор развешен сзади, видите? Вот так. Успел уйти штурман. Что с этой Витарой? Ты кто-то знает, что там внутри? А? А так не бывает, как обычно. На 33-х колесах. Но он хотел здесь нашу блокировку поставить. Все, закрывай, езжай, время, время. Ах, оно. Так, Нива апокалипсиса. Лево или право показывай? Лево. Красиво. У вас ходом блокировки выключил, сразу выехал. Да. Нормально. УАЗе стандартный, но напиленный там нормально. Я не помню, я спрашивал, или трехлитровый. С Мерса компрессор. С Мерса в обычной, в УАЗовском моторе? Сейчас. УАЗы наворачивают круги, подготовленные.
Красавчик просто. Каталажка апокалипсиса. Урезанная. Смотри, что он тут исполняет. БМВ 51 мотор или 21? 51. Турбодизель 2.5 БМВ. А какой не трапы? Да потом заберут. Пацаны, у вас бампер погнулся. У вас колесо в крыло уперлось. Они не сдаются. Да, хорошее место. Да ты шо тут? О, стекло какое у него заднее классное вообще. Тоже неплохо. Так, Вовар дал круг. Там речка, он только флаг мелькает. Ну там все проходное. Ждем здесь Вову. Вон, смотрите, что там у вас ходом проходит. Такая круговая гонка. С одним серьезным препятствием и многими такими попроще, но вот первая яма, где с утра все сидели. Ходом прошел. Аплодисменты. Вот и синяя Нива. Штурманов. Блин, капот хороший у него. За счет капота прошел. И двух штурманов. Это лидер, да? Это лидер. Четко. Да, да, траектория прокатана, все. Давай лопату сейчас, надо поменять траекторию. О, интересный ход, да? Это же протоптана дорога, пусть идет. А он не видел. Не, не, нам нужен экшен, едь здесь, нормально. Давай, работай, давай, газу. Влево рули газу. Сейчас ленту. Лента, ленту.
Короче, чувак ниже простых людей. Сейчас Дива этот проедет, как надо, под поролнову, да. Вот тут траектория проходная, да. Конечно, проедет, только он. А что сейчас он покажет? Отходил, все. Вау! Подрезал жестко. Неспортивное поведение. Успокоился. Смотри. Нашел сантрак чей-то, да? О, нормально пошли. У вас каталажка. Да ты что, ёханый бабай. Это вообще... Газ заклинил, наверное. Так, ну тут Вова приехал. Четко. Надо по Джерику посоветовать, он там застрянет и дырки не будет. Он уже стоял. Да, здесь. Суд, подожди, он же уже поперек стоял, тут тормозил процесс. Блин, у него сантраки, как весь 69-й тот стоит. Они же такие хорошо в грязи забиваются, весят. И вынять нельзя, да? Килограмм по 40, надо. Ну это чтобы зад загрузить, правильно, сантраки. Вот мне нравится штурман, который стоит и становится перед машиной. То есть нужно газ подкрутить. Тут еще есть. Тут еще есть. Вот еще есть чей-то трак. Это тот, что на колени падал, да? Штурман. Да. 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 Не-не, на колени он перед этими соперниками падал, чтобы вытащили. А, держал. Этот, стропу держался. Да, да. Не, ну молодец. Долго потом расстегивает. Папа, давай. Папа, давай. Уходи, уходи, уходи дальше. С траектории уходи. Давай, папа, дай тебе бабки. Пошел. Да надо было же так спуститься, а потом подложить. А он что, не видит? Видит, там хорошо видно. Да. Так, где-то стали задерживаться там дальше, дольше, да? Да что-то да. Не-не, не приезжают быстро. Не приезжают сюда. А там нету пробки, не, никакой. Пацаны, а там где-то еще стоят или нет? Там вроде пока еще нет. Спасибо. Квадрокоптер наш облетал в разведку, да? Да штрафи, ну просто что-то машина уменьшилась, либо поломались, либо где-то стоят. Где-то стоят, ну. Просто Леха приезжает, по Джерик и Нива ссылает. Где-то. Где-то. Задержка какая-то. Вот нет, УАЗик идет. Много, очень, очень много интересных мест. Четкая машина. Мы потом подойдем к ребятам. Попросим открыть капот. Ну, если откроют. Ну, думаю, откроют. Ну вот Монтерей. Тут бетонный блок. Нива Апокалипсиса. Ну идут машины. Там видно все-таки тоже стало сложнее. Чуть дольше это все занимает времени. Там очень интересное место. С горкой, с болотом. Ну. Наверное, все-таки не такое интересное, как это. Надо минимум 2-3 человека такое снимать. Одному сложно. Так, ну давайте Витару. Витара это звезда сегодняшнего дня. Глянь, она не ломается, едет. Сейчас дорогу построят быстро. Все, шум отходить, и нам еще нужно. Блин, вас надо в Киев мосты строить, елки-палки. Виталька что-то за 5 лет не успел ничего за 6. Да ну да, что-то рассогласованность. Машины не выставили. Подожди, не попадает. Последний.
Рассогласованность действий. Да понятно, что нибудь такого не было. Давай, давай. Ох, там как идут у вас. Они говорят, мы украли их там справа. Да, мы видели. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, бампер снялся. Неправильно, неправильно. Пацаны, бампер поцарапался, бампер поцарапался. Это вот эта резинка, что болтается. Блин, там сантрак так торчит, опасно он. Жека, там Леха просится проехать. Жека, пусти Леху, Жека, пусти Леху. Я на первое место, а жесткий, да? Ты ж на его траках на первое место едешь. Давай, давай, давай. Да не рассказывай. Давай, так, Нива. Поехали, бросай их нахрен, поехали на финал. Быстрее, давай, давай, давай. Завтра заберешь, при выходной будет. После работы. Давай, давай, давай! Толкай его, Леха, толкай! Давай, Леха, поверь! Так, все приехали. Докопали до твердого. Хорошо там пилотируют. Смотрите, вот это экшен настоящий. Ох, блин, близок был к победе. Все отлично. Копай. Давай сюда, здесь рельсы. Жалко, время заканчивается. Надо 2 часа было делать, а не полтора. Вот, вот, вот. Ох, елки. Починил, да? Не-не, тихо. Это рихтанули бампер. Вот, вот. Черт, жалко закрылось. Как выйти на краю? Смотри, 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 смотри. Блин, уйди оттуда, а! Не уходим, не помогаем! Уйдите справа! Тут заблокированный УАЗик видно. Судя по тому, как он едет. Что там, штраф за зрителей, да? Правильно. Участники могут, эти не могут. Блин, там экшен нормально исполняют. Подходим, 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 подходим. Так, приехал Вова. Очень много серьезных участников. Машины такие вроде сейчас должна развалиться, они дубасят. Я вам скажу, непросто. Уходи, уходи, уходи дальше. Вова пошел. Четко. Это жесть вообще. Не, каталажка сидит четко. Хоть и облегченная каталажка, но... Не, мертвая сидит. Там колесо под землю ушло, да. Колесо по... Мост откапывай, он не поедет. Учитесь, как девчонка. Там везде железки, Леня, пускай... А что тут, пилот? Ох, елки, тут какой серьезный пилот, посмотрите. Давай! Учитесь! А как вы так проехали? Случайно, да? Лети, улыбка. Куда, куда, Леня? Все с собой. Ты ж ничего не выкладывал, братан. А вы, на автомате машина, да? Нет? А как вы там ее переключаете? Правая вперед, первая вперед, да, вторая назад. Да не шайте, где она? Ё-моё, вот это экшен исполняют. А что, она сначала ехала, девушка? Да. Да? Со старта. О, сцепление воняет. Она просто режет, он понял, он там крутит и просто дышал. Он зарывается.
Просто чтобы до понедельника его хотя бы достать. Зачем? Да нет, это что-то тяжелое. Будет якорем использовать. До следующих соревнований. Вот это нормально. Будет сантрак, да? Посмотри, какая крепкая Нива. А что это за Нива, да? На харьковских запчастях, да? Хотя здесь уже тоже проходная стала. Ну, это лидер однозначно, тут без вариантов. Блокировки выключил и полетел. Блин, сантрак какой-то там попал. Ёлкиш. А где сантрак? Где-то... Не, он вытащил. Вытащил? Вон, вон, прямо, прямо. Так, Нива должна проехать вот это. Какой-то бесконечный экшен. О, вот это правильное решение. Ну, уже время, наверное, финиш близок, да? Сколько минут осталось? 5, 3. Да он от тебя машину не видит. Так, ребята, стоит Джека. Это же его штурман, да? Он узнал его, видно, остановился. Это вообще страшные люди в Харькове здесь. Ого, тут копнули уже. Два УАЗа только что. Просто прямо, готов. Просто экшен безостановочно идет. А теперь ракеты полетели. Вот это он цепляет. Нива замаскированная под стандартную, короче. Сильно замаскированная. Половина стандартная. По Харькову? Так а что, запчасти есть же, да? Глянь, он даже полуоси замаскировал, да, видишь, с вот этими заглушками, да, чтобы не видно было. Глянь, выняли все-таки. Достали. 69-й. Что там, и мотор какой-то? Да, да, стандартная. Она там еще в начале показала сразу, да? На первом. В первой яме все удивились. В первой яме выпали. Первым, да? Еще там один. Так, давай, забирай, вон, вон, забирай, вон. Давай езжай на финиш, ты грузись на финиш, 3 минуты. Давай, давай. 3 минуты, 3 минуты. Это много или мало? Такая на вид стоковая Нива. Только полный круг. У тебя сын стоит на правую ногу. Ложись. Сколько там еще времени? Да 3 минуты осталось. Ну то и УАЗом, я думаю, проскочит. Он просто с разгона заскочит. Перся мосту. Не хотят. Отходи с траектории, он же газом будет. А все нормально, отходи. Все нормально. Давай, еще давай. Давай, давай, давай. Что, грузись, потом заберешь. Потом. Есть на финиш. На том есть, потом на... Все, грузись, езжай, а финиш потом заберешь. Ну, пошел.
Где-то долго есть, ехали, да? Там смотрел, да, что-то да, есть? Да, да, там только... Там что стоит, не могут завести. Он не доехал до финиша, 50 метров. Так у него всего три круга. Или два даже. Да нет. А сколько два? Вообще кругов? Самое больше. Сколько влезет? Нет, а самое больше, по-моему, 6 стандартов. 6? А кто? Белый у вас. Ну, наверное, больше 6, да. Жиклер, да? Да. Ну, молодцы. Все уже. Так, смотрим трассу. После этой жести. Куски сантраков. А нет, целый. В этой яме нормально денег закопали. Кевларовые вон есть. Сейчас приедут выкапывать. Все, полтора часа пролетело. Моментально. Сейчас будет стандарт. А потом будет хард. Тут 69-й на тракторах сидел. Ну круто дубасит он. Надо, кстати, себе, может, резину такую посмотреть, у них спросить. Хороший вариант, ломаться не будет. Вот след его колеса небольшого.